кстати, стал на севере, в Тундре, жил иногда в Чуме, вот. Ну, писал о местных жителях, о северянах, о волках, об оленях, о людях, которые всегда живут в трудных условиях. Ну, потом стал выступать на праздниках, на оленевой. Ну, а уже года три, наверное, сюда приехал. Вот здесь начал писать о подпорожских людях. Скоро 8 марта. С наступающим праздником. Воевал, а в пуль шальных
молитва мамы сохранила. И в рукопашных схватках все тут берегла. Эх, здесь я вырос, здесь я жил, здесь девчонками дружил, здесь я в армию служить уходил. А ты, матушка моя, все молилась за меня, что родитель добровой приеду я. С тобой. 2 года ты меня из армии ждала, а вдоль Твери морожка белая цвела. Эх, ты, любимая моя, столько времени ждала, наше счастье сохранила, сберегла. Ну а речка Тверь течет, нас с тобой гулять зовет, где морожка белая цветет. Где морожка белая цветет. Спасибо.